2020 год. И там нас уже пытались искусственно разобрать на части. Наше общество сплотилось, оздоровилось. Люди переоценили важность определенных фундаментальных вещей для себя, то есть важность мира. Для нас, как для социологов, это было очень явно видно. На самом деле настроение людей можно поменять за короткий промежуток времени. А базовые ценности поменять нельзя. Наиболее важными ценностями, конечно, является семья и очень близко связанная с этим понятием родина. Мы так устроены. От чего зависит социальное самочувствие белорусов? Разбираем эту тему с социологом Вадимом Клейманом. В субботу в 19:30 на «Беларусь-4».